Приветствуем вас на нашем канале. Оперная певица Мария Максакова призналась, что не получает поддержки от родных после того, как уехала на Украину полгода назад. У артистки давно не складываются отношения с матерью, актрисой Людмилой Максаковой, которая сегодня проживает в России. Мария с сыном Ваней находится на Украине и сокрушается, что родительница не интересуется ее состоянием. Несмотря на проблемы в семье, Максакова старается с оптимизмом смотреть на будущее и не держать зла на близких. «Я на Украине с ребенком все 6 месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, думаете, интересует, как живет их мать?» — посетовала 45-летняя Максакова. Напомним, уже много лет старшие дети Марии, дочь Людмила и сын Илья, проживают с бабушкой и, по всей видимости, не горят желанием общаться с мамой. В одно время Максакова хотела наладить связь с семьей, ради этого она приезжала в Россию, но все ее старания оказались тщетными. «Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи. Я начинаю думать, что все рассчитывали, что меня не станет. Теперь же любыми путями у меня пытаются отнять имущество. Я за все вас прощаю, что бы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви», — плакалась оперная певица. Также артистка с горечью отмечала, что родительница не желала ее видеть даже на пороге дома. «У меня стало сердце щемить неприятно. Я подумала, а вдруг она действительно страдала все это время и ждет моего приезда. И я поехала к ней. Но, конечно, мне и в голову не приходило, что меня ждет этот ледяной душ с ее стороны. Мама даже не открыла мне дверь», — сетовала Мария. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.